Здравствуйте, я Хамицевич Иван, учащийся 10 класса Мариногорской гимназии Пуховичского района. Я представляю волонтерское движение нашего города. Ни одно важное мероприятие не обходится без меня. Я всегда в движении, я всегда на виду. Я там, где нужна моя помощь. Вхожу в состав районного комитета БРСМ, являюсь постоянным участником форумов. Обо мне знает весь район. Журналисты нашей местной газеты «Пуховицкие новины» не раз брали у меня интервью. Мое лето не для скуки. Начиная с июня, я собрал и отработал с 3 студенческими отрядами. В 2022-2023 учебном году меня избрали секретарем первичной организации ООО «БРСМ». Меня знают все ученики гимназии. Я – правая рука заместителя директора по воспитательной работе. Мы вместе решаем текущие дела общешкольной жизни, планируем свою работу и реализуем все задуманное. Приходится успевать везде, не во вред учебе. В гимназии я один из лучших учеников, победитель 2-го этапа Республиканской олимпиады по учебному предмету география. Все еще только начинается.